Нам на восток, правильно. Что? Где медицина? Вон, во втором или в первом машине. Вы не рассчитываете на какие-то определенные здания, вы просто пока рассядьтесь, потому что когда начнется бой, мы в любом случае будем перемещаться, чтобы нам было удачно пострелять. Дайте на себя примерно метки. Тепло и всякая такая хрень. Блин, а он прям как аквариум. Куда машину ебучую загнать, сука, этот СПГ в рот топтал. Может, спрячь ее, они поближе подъедут, потом, может быть, реализуем. Забор высокий у этого офиса. Садись. Что-то все машины со СПГшками тут стоят. Везде все поставлены. Диги. На связи. Ты видишь юг? Ну, вижу. Недалеко. Тут деревья. Шайтан. Да. Сатурн 210 вижу. Ты видишь юг? Стой. Сейчас попробую кинуть. А ты по себя можешь смотреть? Пех, блядь, пикает, он тоже в бинокль смотрит. Синий поставили что-то. Метку можешь пикнуть? Я попробовал, там вроде ничего не увидел пока что. Но я очень плохо смотрел. Слушай, они очень быстро могут нам подойти. Да, я тоже это боюсь. Картин, тут надо выше подниматься, чтобы юг видеть. Ну да, я вот смотрю тут, где можно засесть. Какой-то смотрит в какой-то прибор, то ли бинокль, то ли прибор Agile. О, Грим, ты в многоэтажке? Да. Ну, хорошо видно? Вообще отлично, во все стороны. Я все стекла сломал, по кайфу. Ты в этом аквариуме, что ли? Часть корабля. Большая шведская семья. Я вижу их, да. А мне дерево мешает. Я пока не буду стрелять, они ближе подойдут, я их точно убью туда. Тихо, пацаны. Тихо. Анатолий Ровел. Ровел, точно. Ребят, что вы по нему стреляете? Ну, по мне так кто-то стреляет, еще значит, видите? Ну,
Во, он стреляет тот, кто спустился вниз на север. Нет, по мне стреляют. А Роня живой? Походу Роня не там сидит у нас, конечно. Роня. Ну, все нормально. Отвечает. Ронь, слушай, по хребту немножко на южнее пройди, если хочешь. Можно было СПГ выкатить и ёбнуть. Мурлок же вокруг. Да. Труба пролетела? Что? Выстрелил. Тут СПГ стреляли, не стреляли. Точно? Один? Одного я пока видел. Он с трубой? Там медик нет? Не увидел. Он пешком идет, медик. Вот здесь вот машинка просто какая-то стоит в лесу. А, там пехи бегают рядом с этой машиной. Она поехала дальше, поехала. Светлая машина. А моя где, где? Моя мед. Карт, я к Софи бега. Блять, он... Они проходят, еще... они проходят севернее, да. Где, где, где? Вот здесь. Я смещусь на северо-восток немного. Да, да, я тоже буду сейчас смещаться. М2, если что, опять выкатился там, где пехов убивали на хоме. Да нет, по нам попали, близко куда ходят. Так, кажется, вижу пехоту, да. Диги, ты не бегал сейчас? Нет, у меня этот медик бегает. Нет, это британцы, британцы к заводу подходят. Понял. Там какая-то факторка с трубами. Угу. А, сейчас бегу, сейчас буду работать. У них ровно на востоке выкатился Warrior. Дал метки на варьеры. Актуальные. Три штуки. Всего их на юге, на востоке два. Двухэтажное здание с выходом на чердак такой. Там пех. Актуальный. Чего тебе? Блять, с двух сторон варьеры.
Держись. Пускай это живой, закрой. Нихуя. Метку, тут война кэт. Уже. Блин, а тебя на юго-западе противник. Там через 5 домов. Метка есть? Бля, мне так неудобно ставить метки. Окей. Убил? По кому? Бля, прикиньте, не убил. Из умки встал, пидорас. Куда стрелял, скажи хотя бы? Ну, блядь, туда, на вот по дороге, на север, как бы. Где двухэтажное здание, а, на север, я понял. Где Лахман, короче. Блять, у них варил уже к триггеру подъехал. Да, слышу. Так, я, наверное, перехожу на КВ-триггер, мне будет удобнее получить информацию туда. Давай. Все, ушел. Давай дальше. Север дома.
Максу. Прям по дороге ей тварь в расчете. Столько. Башни
противник сидит на юге. Только что МК работал. Сейчас посмотрю. Вот что это? Дым в триггере, да? Да, да. На западе от моей метки хурим. Бля, они, короче, меня выцепили в этой палатке висят ноги. Ребята, как это хватит? Хуйня, давайте. Я понимаю. Там, видишь, не видишь? Погоди. И вот тут метку дал, что он тебе дает. Что за дамы? Ай. Мужчины, меточки подвигайте. Тут работали, по-моему. Че, там ты говоришь? Нет. Посмотри мое здание, Юта. Там у меня вроде кто-то бегает на здании. У меня подо мной противник. Раз это сека ДГПша. Ты ко мне подбежал? Не, рюкзак. Сейчас цифру можешь поставить местоположение? Сейчас. Свои. Тут нас 180. Нет, я вижу тебя. Там дальше западе от тебя за чужой. В триггере уже на втором этаже на крыше противник. Они без рукавов же? Да, в касках. Триггеры уже противники. Стягивайте. Одного ёбнул на втором этаже, там еще есть. На крышу поднимай. Свой сейчас видели? Есть свой триггер? Убил.
когда просматривал реплей, уже монтировал ролик, обратил внимание, что оказывается, противники уже заняли наш триггер. И если бы я не убил противника у себя на первом этаже, то они бы выиграли. А так миссия зарубилась по потерям с нашей победой.